Ну как же это вкусно, друзья. Это очень вкусно. Сложно удержаться. Возьмите килограмм картофеля и натрите на крупной терке. Сразу же добавляем соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем, жидкость выделит, обязательно отжимаем. Отжатый уже картофель делим напополам. Половину в одну чашу, половину оставляем. В 400 грамм фарша у меня говяжий добавляем тертый лук. Можно же и просто нарезать его мелко. Соль и Я перец по вкусу. перемешиваем. Форму хорошо смажьте сливочным маслом по бокам также. Форму выкладываем одну часть картофеля. Распределяем. Дальше фарш. Вторую часть картофеля добавляем примерно 100 грамм сыра и 2-3 ложки столовой майонеза. Перемешиваем. Выкладываем слой на фарш. Хорошо распределяем. Разогрейте духовку при 180 градусах и на минут 30-35. Так, друзья, у меня 40 минут прошло, чуть больше. Смотрите, какая вкуснятина.